Ну что, финальная битва. Я, кстати, подружилась, пообщалась с девочкой, и она оказалась, ну, нормальной. Я в шоке, ну, как бы, хорошая, не такая жесткая, как показалась мне изначально. Вот, все. Последняя тусовочка. Надеюсь, завтра меня не припашут снимать экскурсию, потому что они едут на Меганом, там очень круто, но я, как бы, готова пожертвовать Меганомом, лишь бы вот снова не оказываться в этой трэш-тусовке. Вот эти экскурсии, это что-то за гранью добра и зла, когда все куча каких-то орущих, неадекватных людей с какой-то очень громкой музыкой. Это, конечно, очень было жестко, все остальное. Пытаюсь набраться моральных сил перед тем, как выйти одной против армии зомби. О, боже, боже, ладно, я люблю свою работу, я люблю фотографировать. Вообще опасно идти в юбке, вот вчера я была в штанах, было более безопасно. Сегодня я на риске буду вот так вот делать. Ха, не подходите, зомби.